Всем привет, уважаемые подписчики, зрители канала. С вами Титан Отец и Хаммер Сын. И я продолжаю играть, потому что Хаммер... Почему? Ну, потому что он не хочет пока в Counter-Strike, поэтому... Пока что. Я продолжаю с заглушителем сыграть. Да, в Counter-Strike. А, свои. Подождите, мне надо купить. Мне в магазин за хлеб. Хлебушка купить дайте. Хлебушек дай. Дайте хлеба купить из зрелищ. Подождите, Б, экипировка. Фух, я купил. Дайте мне гранату. Дайте мне гранату. Запрещено тут гранаты. Написано же. У тебя одна секунда, все, ты не успел. Все, не успел, ничего никуда. Поезд мой опоздал. Ага. Подожди, а броня здесь покупается сразу? Я что-то совсем уже... Да. Они сразу, смотри, здесь не ноль будет, а сразу 100 броней. А, тут просто оружие типа покупаешь. Да? Тебе оружие и так сразу дается. Не, ну типа изначально надо купить такой, ты допустим хочешь, а хочешь поменял там типа. Мужик, ты зря сюда вышел. Я здесь случайно был, оказался просто. Я просто случайно здесь оказался, а ты... Ты зря сюда вышел. А! Там их было слишком много. А! И как раз патрон кончился на нем. А он остался жив. А он... Я только возродился перед ним, понимаете? Только перед ним возродился. Они же меня не видели. А потом заметили. А потом увидели... Это наш... Покуха! Свои... Ах, как они вылетели неожиданно из-за угла. Просто. А, я его видел, но подумал, что он меня не увидит. А меня увидел он. Так, а мы вот так вот. Мы так, типа, здесь. Типа спрятались. Ага. А там типа наш пошел, да? Типа наш пошел. И типа он умер. И типа... Кто-нибудь тут будет? Выходить. А я тут скажу. А я здесь вот. Вот так вот. А! А я так и думал, что кто-нибудь сверху будет. Я так подозревал, что кто-то будет сверху. А, на второго у меня уже не хватило ни сил, ни пуль, ничего. А, прячемся. Да что ж, они появляются как грибы после дождя. Вон скакун. А этот сзади появился. Ребята... Честно, я прям перед ними, перед всеми. Хоть одного забрал. Я как-то появляюсь, а они вокруг меня. Это по-вашему честно? Я появляюсь, а они вокруг меня. Я просто не понимаю. Как это? А! Я так и думал, что один наверху, а один внизу. Ну, как-то мне повезло. Я серьезно говорю вам. А сейчас они узнают, что я здесь, и они придут за мной. Вот серьезно. Они знают, что я тут. А! Ну наш, давай.
На тебя вся надежда, там был. А, не убили? Нет, я не пойду туда. Не-не-не-не-не, я как-то не хочется. Не хочется. Я лучше, знаете как, я лучше вот сюда куда-нибудь пойду. Вот сюда пойду. А он прям на меня. Главное не появляться. Где они появляются? Я так и появился, где они появляются. Что ж такое-то делать будешь? Как так-то, а? Почему я появляюсь, где они появляются? А? Да что ж я не смотрел... Как это сказать-то? По сторонам я не смотрел. Мужик, подожди. Стой. Стой. Стоять буду. Да что ж такое? Мне же говорят, не стреляй очередями, а я стреляю. Наоборот, очередями надо стрелять. Не, ну типа как бы не сильно, в общем. Ну вы поняли опять, что я имел в виду. А я не могу так, я потому что... Я начинаю стрелять, я не могу остановиться. О, свой. О, как мы с ним вместе. А, там еще один, там еще один. Мужик, там еще... А этот Обама. Обама. Там Обама. Обама, там Обама. А я сюда не залезу, да? А я как-нибудь спрячусь тогда, что ли? Почему не залезешь, можешь? Да что, как он прыгунчик. Так, я опять где-то на виду у всех. Ты что ж такое ты будешь делать-то? Фух, это наш... Фуф, а? Фуф, о, как он напугал меня. Нашего попал. А тут по своим отключено. А, опять же сзади. Я так и думал. Я так и думал, что сзади, спереди. Сзади. У него тут двое. Я думал, это наше, а потом думал, что не наше. Я все время почему-то... Я один их трое. Где справедливость? Я один их трое. Курица, не пугайте, я думал, что это враг. Это курицы! Нет, это враг. Я думал, это курицы. Это враг. Как же курица замаскировалась под врага? Или враг под курицу? Фух. Так. Спокойно. Наши. Это свой. Свои. Свои. Или не свои. Фух. Тут, видимо, тоже наши были. Или не наши. Чё-то я немного... Не пойму. А... На второй уже не хватило у меня патронов. Да. Не хватило у меня патронов. Наш, слушай, там осторожно, там справа. Скорее всего, не наши. Осторожно, мужик. Мужик, осторожно. Там на... О, вы молодцы, тут убили их. Как-то я убил, да. Нужно стрелять очередями, не очередями. А! Он неожиданно вышел. А! А! Спасибо. Он спас нас, у меня, нас. Фух. Да? Не ожидал? Релот! Так и знал. Он всегда, когда перезарядка... Всегда убивают. Убит во время перезарядки. Это постоянно просто. Что там? Кто там? Там не наши? Наш. Наш там не наши? Перезарядка! Нет! А? Ну что ж, как раз действительно прошло 10 минут. Все правильно.
И как раз у нас есть еще 10 минут. Это очень даже... 5, а? Почему все мне даст? Я не знаю, мне, честно говоря, надоело даст. Давайте я выйду просто. Я могу выйти? Именно зайти и выйти, да? Главное меню. Тигру. Вот без разницы. Случайно, еще случайно начинают все включать музыку. Начинают материться. Вот ну как так-то на... Гонка вооружения. Нет, ну хочет... Так, подождите. Давайте не даст. Вот здесь вот нету даст 2. Давайте, мне просто... Я уже не могу просто на дасте. Мне уже просто не хочется. Что интересно здесь будут выбирать? Здесь будут, наверное, даст выбирать. Там даст 2, а тут даст выбирать. А может офис? Вот, ну, офис. Я помню. Тут заложники. А как заложники, если это у нас не спасение заложников? Ну вот, видишь, человечки там были. Чуть-чуть сейчас. Кончили. Что ж такое-то? Вот тут тоже заложники. Так, а их вводить надо их? Я же хотел только пострелять просто. Да что? Что такое-то происходит? А, время вышло. Как я только пришел? Как вышло время? Вы что? Это кто, свои? Нет. Да ё-моё. Ты свой? Да, да, я свой. Да кто? Одни свой. Да. Апельсин делал. Они просто в этих, в других, как они? Как они? Наш был. Да я понимаю, я хотел купить оружие какое-нибудь. Мне не дают купить просто ничего. Дайте купить человеку автомат. Дайте мне купить. Вот. Вы понимаете? А, я же забыл их всех заблокировать. Ребята, извиняюсь. Извиняюсь. А они же потом новые происходят, а потом это... А здесь не командная. Здесь не командная. Нет, здесь командная, то есть... Но здесь все равно не соревновательный режим, так что, я думаю, вы не будете сильно возмущаться. Вы сами видели, ребят, дайте мне доблокировать, имейте совесть, поймите ютубера. Ты его разблокировал, а не заблокировал. Ну, разблокировал, заблокирую. Включает либо, да ёшкин ты, включает либо музыку, либо матеряться, понимаете? Как их не блокировать? Они же еще новые появляются потом. Как их не блокировать? Я заблудился в офисе. В какой офисе? В Ассалте. Наконец-то всех заблокировали, разблокировали. Так. А чё он там сел и сидит вон там? Ты чё сел тут сидишь, а? Он их выцеливает. Чё-то какие-то все пули у меня пролетели мимо. Не стреляя очередями. О, а тут есть оружие. Тьфу ты. Я только начал оружие рассматривать, а меня убивают. Я! Не надо меня убивать. Так. А! Фух. Ну чё? Никого тут нет? А чё я не могу двигаться? Чё-то 16 очков. А, подождите, у меня патроны, у меня патроны здесь не кончились. То есть кончились.
О, мне еще очки дали. А, это у меня бонусное оружие. Как мне повезло-то. Не, у меня потом накончились хелп. Кончились патроны на перроне. А! Убил меня. Убил меня, убил. Так. Кончились патроны. Ты... Не нажимай, не нажимай все время. Я нажимаю. А здесь можно выйти? Здесь нельзя, я здесь можно только спрятаться. Здесь только можно спрятаться. Наш, я на тебя надеюсь, наш. Давай, вперед, наверх. Побежали. Тихо, спокойно. Спокойно, тихо. А! Я, мне, конечно, у меня жизни уже было мало. Где кто? Где? Я не вижу их. Я не вижу ваши лица. Я не вижу. Да я как обычно в гуще событий появился. Просто тут везде это... Контактерист. Так, ну, то... То... Тут кто-нибудь есть? А! Не хватило у меня пуль не на... Ну, такого... А? На пулемет вообще взять. Пулемет, да я сейчас еще пулемет возьму. Не взял я пулемет. А так хотел. Павел, ты чего пугаешь? Ждем, мужик, ждем. Они сейчас придут. Жди. Слева-справа, жди. Сейчас кто-нибудь придет, мы здесь вот стоим. А я быстрее, наверное, его убил, не знаю. Или он его убил. Или я убил. Он убил, а я не ожидал, да? Нас здесь двое. Сейчас берем перезарядки, меня убьют. А жалко лечь нельзя. Я бы так лег, прикинулся кактусом. И не отсвечивал бы. А он знал апельсин, что я здесь, он знал. Он знал, потому что я вот это убил. Поэтому вот так вот. А, это тот же, лягуш до Париж. Лягуш до Париж. А, свои, извиняюсь. Свои, я застрял на лестнице. На лестнице чудесницы. Где они? А, это же не свои были, я понял. А я думал, это свои. А я вокруг ящичков бегал. А, конечно. О, как я удачно на крыше. А вот это прикольно. Только я подумал, что это очень классно быть на крыше. Прикольно быть на крыше, и меня опять лягуш. Ты чего-то это. А! Только я вылез на крышу, можно сказать. Только вылез. И все.
кто-нибудь идет? Да. Не попал. Я не люблю как-то появляться, когда... Да. Как? Откуда они видят? Я же появился непонятно где. Кто? Откуда он меня убил? И сзади враг, и спереди, и просто вот они... Как они, откуда они вообще? Они со всех мест, я просто не знаю. Прям ты спереди, и сзади. И вот когда идешь, чувствуешь, что они везде просто. Особенно, когда вот так по лестнице забираешься, как я, то есть никак не забираешься. Чувствую, что сейчас тебя убьют просто. Просто чувствуешь, что тебя убьют. Просто когда вот так вот высовываешься. А! Вот одного убьешь, а сзади вообще другой, понимаете? Ну как? Вот как? Как их убить, если я только возродился, меня сразу убивают? Это вообще... Это вообще как? Вон он. Вон он. Да. Я думал, вон он, а он еще один там. Да это просто... Это просто... Они везде. Они заполонили всю карту. Просто всю карту заполонили. Единственное, что мне нравится, что есть по 10 минут и как бы как раз все по серию заходит. В серию заходит. Ну что ж, всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока.